присутствии заместителя главы города, курирующего вопросы санаторно-курортного комплекса и потребительского рынка Людмилы Терещенко, от начальника управления торговли Юлии Хаконовой жители узнали о правилах размещения нестационарных торговых объектов, которые летом будут осуществлять свою деятельность в микрорайоне. В этом сезоне первый конкурс пройдет 14 марта. Соответственно, 13 февраля опубликовано на официальном сайте сообщение. Данным конкурсом предусматривается 124 торговых мест и мест по предоставлению услуг. Ждем результаты первого конкурса, другого иного порядка предоставления торговых мест на территории муниципального образования не существует. У общественников сразу появился встречный вопрос. На улице Амелькова в районе памятника «Три свечи» перед новогодними праздниками обострилась проблема с нелегальной торговлей. Специалисты муниципального контроля в течение декабря прошлого года составили более 20 протоколов только на эту нелегальную точку. Предпринимателям выписано несколько штрафов. Есть замечания у жителей и к ярмарке по улице Ленина 171 напротив «Магнита». Цены на сельхозпродукцию здесь не меньше, чем в супермаркете. Заместитель главы Людмила Терещенко поручила своим службам провести мониторинг цен. ТОСы, в свою очередь, поинтересовались, какие документы должны быть на легальных торговых точках. Людмила Петровна, у каждой точки, грубо говоря, должен быть договор как с привязкой к конкретному месту. Потому что все эти места согласовываются с ГИБДД. Если у них на руках нет договора, о какой законности размещения вообще в принципе может идти речь? Кроме того, на совете общественности жители получили возможность задать ряд вопросов о нарушении правил благоустройства и общественного порядка. В частности, в микрорайоне остро стоит проблема с парковками автомобилей на газонах и нарушение тишины в ночное время. Ряд адресов, где проживают шумные жильцы, участковый записал сразу и пообещал разобраться в ближайшее время. Продуктивность таких встреч очевидна. Специалисты ответили на наболевшие вопросы граждан, а представители территориальных органов самоуправления, в свою очередь, довели информацию до жителей курорта.